Всем привет, я Осмий, и мы вновь продолжаем паркурить по лобби Ласкрафта. На этот раз это знаменитое лобби Бэдвардса. Ну же, начинаем. Это наш начальный чекпоинт. Нажимаем. Идем по лестнице. Ай-яй-яй, уже упал. Даже не заметил эту дыру. Так, здесь как надо-то. Вот, вот так вот, замечательно. Здесь есть лесенка, по которой мы сможем подняться наверх. Здесь потолок, очень опасно, конечно, прыгать. Но давайте же... А, вот так вот, блин, не удалось. Поднимаемся и пытаемся запрыгнуть заново. Еще пробуем. Да, вот это, конечно, паркур. Но я вижу чекпоинт. Я вижу уже один чекпоинт. Нам надо до него дойти. Ух, у нас получилось. Вот это, да, главное не упасть. Вот здесь вот. И дойти до этого чекпоинта. Yes, мы на чекпоинте. Тут надпись исчезла. Интересно, почему. Так-с, идем дальше. Я вижу еще один чекпоинт. Неужели все так легко будет? Нет, мы падаем. Почему не получается? Так, нечаянно нажал, не туда. А, вот так вот. На те блоки, давайте. На нижние блоки. Попытаемся. Вот это мы уже далеко. Вот это мы далеко уже от чекпоинта. Я уже вижу еще один чекпоинт. Нам надо как-то до него дойти, что ли. Почти полпути мы уже... Миновали. Идем дальше. Даже больше, по-моему. На вот эти блоки. А вот так вот. Чекпоинт уже близко. Чекпоинт уже близко. Главное не облажаться вот здесь вот. Да, здесь, конечно, тяжеловато, блин, все заново проходить, ребята. Мы проходим этот момент уже очень долго. На большой столб. Вот так. На тонкий столб. И еще на тонкий столб. Yes! До этого момента мы еще не доходили. Вот это да. Нам надо дойти до этого чекпоинта. Yes! Мы на чекпоинте, ребята. Да ладно. Я не верю в это. Мы на чекпоинте. Вот так, идем дальше. Карта прогрузилась, и я вижу еще один чекпоинт. Как много чекпоинтов тут. Идем дальше. На эти блоки. Как здесь надо перепрыгивать? Я так и не пойму. Идем дальше. Да как? Как это можно пройти, ребят? Как это можно пройти, я не понимаю. А вот так вот, даже без остановок у нас получилось. А вот это место... Да ладно, ребята. Как это возможно? Я допрыгал. Вот это да. Главное тут не упасть. Я уже вижу чекпоинт наш. Главное здесь не облажаться. Ух. Так-с. Идем дальше. О да, ребята. Мы взяли этот чекпоинт. Мы взяли его. Подъем наверх. Что же нас там ждет? Интересного такого. Ну, здесь как-то легко получается. Здесь как-то... Ого! Вот это масштабы, конечно. Вот это масштабы. Офигеть. Начинаем. Вот так вот. Ай-яй-яй. Облажался. Легко, легко, начал говорить. Легко. Да, да, легко, конечно. Опять упал. Буду комментировать поменьше. Вот так вот, почти забрались. И сейчас мы упадем.
А, нет, не упали. Вот так вот. Все выше и выше. Все выше. Выше и выше. Поднимаемся. Так, нам, походу, вон туда надо идти. Вон туда. Так, и там какое-то окошечко. Я вижу. А вот так вот. Выше и выше. Ух. А здесь легкотня. Так, с нам вон туда, да. А вот так вот, замечательно. Еще чуть-чуть, и мы выйдем из этого места. Да ладно, ребят, у нас получилось. Вот это да. Вот это яма, конечно, была. Вот это яма. Ну-ка, что же нас здесь ждет? А только лестница. И все? Больше паркура нету? Или есть? Да ладно, ребят, это все. Это было все. Посмотрите, где мы находимся. Это наш финальный чекпоинт, ребята. Наконец-то мы до этого места дошли. И давайте же на него нажмем. Ох, вот это да. Мы, конечно, долго его проходили, ребят. Но зато мы получили 10 монеток. Это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.